Здравствуйте. Я, когда первый раз посмотрела этот фильм, мне отметилось два таких момента. Это то, что Сьюзен Зонтак представляли как успешную в сексуальной жизни, раз, и очень много комментариев о том, что она писала плохие романы. И сейчас я еще обратила внимание, что в основном это комментировали мужчины, практически вот каждый мужчина, появляющийся в кадре, говорил о том, что они были слабые, что их было невозможно читать, да, что Зонтак раздражала своей манерой, как они называли, что она высокомерно держалась, спокойно, да, и... Я обратила на это внимание, когда женщина говорит то, что она думает, и возражает. Опять же, мужчина, который спрашивал, значит, заметно. Они как-то ее, ну да, вот как это было заметно на том, на программах, вот это вот высмеивание, какие-то образы, или там постоянно какое-то упоминание, как она вела себя в ситуациях со своими партнершами. Вот. Ну, конечно, мне интересно смотреть этот фильм. Ну, в общем, как бы много тем там, о которых не хочется поговорить. Ну, пусть сейчас выскажется Оля. Да, здравствуйте. Ну, Сьюзен Зонтак для меня просто очень, не знаю, очень важный. Важная женщина, да, она говорит, что и искусство, и наука, и литература, она это место для евреек и для лесбиянок, бисексуалок, и для меня это всегда было такое, вот, да, вот так я тоже вижу и литературу, и искусство, и науку, вот поэтому наукой, наверное, занимаюсь. Но это так... как бы чисто личное, да, отношение к Сьюзен Зонтак. А я, конечно, ее рассматривала меньше с литературной. Я ее романы, наверное, просто не понимаю. Я как-то к ним тоже очень холодно отношусь, да. А к культурологическим всяким мешанам, таким, то, что она называет философской прозой, эссеистикой, я очень... Это тоже очень важное для меня... работа, поэтому я знаю, что у нас тема немножко другая, но мне тоже интересно говорить как раз об этом фильме и о том, возможно, что это значит и для, не знаю, феминизма в России или в мире, или феминистской мысли. А этот фильм конкретно, честно говоря, я вообще больше читаю сами тексты, меньше читаю о биографии, да, или там смотрю, как, с кем у кого были отношения. И так далее. Но при этом, когда я слышу, да, о насилии в лесбийских отношениях или о насилии, домашнем насилии, которое она ведет, такое отношение, я тоже вижу, это мужской взгляд, да, на Сьюзен со стороны. Но при этом, да, мне как раз кажется, что и писательство, и наука, и искусство должны отказываться от таких понятий, как исключительность, которым, судя по всему, были очень важны для Сьюзен Зонтак, и для меня это всегда такой вопрос, да, мы хотим это что-то коллективное сделать из феминизма или сделать некоторые такой исключительные. Вот такие темы мне были бы интересны, да. Спасибо. Но вы знаете, на самом деле я хотела начать нашу дискуссию вот с того, о чем упомянула уже Галина. Она сказала, что у нас в России вот таких женщин нет. Фигур такого масштаба, которые были бы заметными, на которых хотелось бы быть похожими, ориентироваться, которых можно было бы представить, сказать, вот, смотрите, видите, какая женщина. Вот насколько вы согласны с этим? Потому что мне очень часто тоже задают, особенно иностранные журналисты, они привыкли, что есть какие-то вот role models, да, для там, девушек, для феминисток, для активисток, кого угодно. Как вот вам кажется, есть действительно в России какие-то фигуры, ну, не будем говорить, не будем сравнивать напрямую, проводить аналогию с Сьюзен Зонтак, но тем не менее, такие вот, да, вот
что называется, role models. Поскольку вы задали уже этот вопрос, вы потом будете в конце, да? Пока вот Женя и Ольга, если у вас есть какие-то соображения. Ну, я думаю, что, ну, то, что как раз мне не очень нравится в таких фигурах, это некоторая героизированность, да, это некоторая вот такая вот я исключительная, я такая вот вся хорошая и так далее, или вот герой. И такие фигуры есть. Швац в Германии, но вот она для меня тоже негативный пример, честно говоря, вот этого вот забирания и феминистского дискурса, и вообще вот, да, женской представительности вот в некоторую такую элитарную, довольно авторитарную, да, роль. И эти женщины в России есть, вот, но мне больше интересны просто разные люди, которых я люблю, которые делают важную работу, феминистскую работу, которую каждый день справляются с гомофобией, сексизмом, домашним насилием у себя дома и становятся героями своей повседневности, героями своей жизни, да, делают искусство, но тоже не такое вот, что мы приходим и заявляем, да, что-то, не обязательно, а просто вот высказывают свою, то, что они видят, да, или работают в социальной сфере, да, у нас очень много социальной графики, не очень много, но есть, и она слышима, видима. Поэтому я как раз очень много вижу в России замечательных людей, которые, например, для моего осмысления, да, феминизма и так далее, очень много сделали. Я, наверное, просто не очень поняла вопрос, а вот что значит «нет» женщин? Хорошо, может быть, тогда Галина пояснит, что... Нет, я сказала не так. Я не сказала «нет». Я сказала, мы о них не знаем. Это разные вещи. Вы знаете о тех, с кем вы работаете. А знают ли они, например, мои студентки? Нет. А про кого они знают? Они знают, что можно выбирать между, ну, условно говоря, Ксенией Собчак, Аллой Пугачевой, Алиной Кабаевой, Еленой Мизулиной. Хорошенький выбор. Да? Вот это наши героини. У нас вообще, надо сказать, об этом очень мало пишут, если это не свое комьюнити. Вот здесь мы сидим примерно все с одинаковыми представлениями о жизни. Или когда мы встречаемся на всяких гендерных посиделках, где всякие тетеньки, одни с насилием борются, другие юридическую приемную идут. Да, все согласны с этим. Хорошо, а вы придите, даже в мою партию, где уже ко всему к этому привыкли. У вас молодые мальчики за спиной будут шептаться, зачем эти тетки лезут в политику, нечего им там делать, пусть дома борщ варят. Они публично этого не скажут, но у них это сидит очень глубоко в голове. А у нас наши средства массовой информации только, ну, буквально, я не знаю, последние 5 лет назад начали писать на эти темы. До этого это просто был настоящий вакуум. Вот пример приведу такого вакуума и как бы взгляда с обратной стороны. Вот проводит «Эхо Москвы» дискуссию. Может ли президентом быть женщина? Кто участвует в этой дискуссии? В этой дискуссии участвует Жириновский, какой-то социолог совершенно пещерными взглядами, с совершенно мизогиническими взглядами, и еще один какой-то, пардон, мужичонка, ни одной женщины. Или еще одно, смешное вам расскажу. Вот «Эхо Москвы», тоже у них есть рейтинг такой, самых влиятельных женщин России, хотя они не объясняют, что такое влиятельность. И думаете, кому они посылают? Они посылают, скажем, председателям всех партий. У нас председатели всех известных партий мужчины. Вот, пожалуйста, мужчины опять оценивают влиятельность женщин по непонятно каким критериям. И угадайте с 3 раз, кто там на первом месте. Ну, Алла Пугачева, конечно. Кто еще? А я вот не вижу в Алле Пугачёвой ничего страшного. Может быть, я скажу что-то очень странное, но я вот не вижу. Вот Алла Пугачева, да, я выросла тоже в 90-х и в 2000-х. И да, это такая вот... вот Сьюзен Зонтон, кстати, одни из важных текстов, которые она написала, это как раз о поп-культуре, о каком-то вот таком вот игре, да, это
переворот такой банальности, пошлости в искусство. Вот, не знаю, Алла Пугачева, 80-е годы, я не очень могу сказать, но даже и в 90-е была такой вот, да, кем-то, кто как раз и показывал, что такое популярная культура, что такое поп, что такое пошлость, что это такое, и как можно самоуверенно сделать. Я вот не знаю, я бы, может быть, сказала, что вот это вот такая вот женщина, которая даже и для женщин, может быть, перевернула представление и о сексуальности, и о... не знаю. Я к тому, я к чему это все говорю, я не хочу... Ну, обычно, да, когда дискуссия, то всегда хочется что-то другое сказать, да? Вот. Я к тому, что вот это вот диагноз, то, что оценивание женщины со стороны мужчины, это очень большая проблема. Она, кстати, проблема не только в России. То есть вот я в Германии могу сказать и для науки, и для искусства, и для всего. Это, к сожалению, та же самая... Вот. И это очень большая проблема, надо обсуждать. Но при этом, ну, мне кажется, что не надо говорить, что в России нету там феминизма или женщин, которые чего-то могут, да, ну, по-моему, уже. Да, я думаю, что мы об этом не говорили, но очень интересно как раз, что здесь у нас появился вот некие два разных измерения того, как оценивают женщин, как оцениваются успешность женщин, да, и вот такая вот видимость женщин. Как бы есть вот этот действительно подход там посмотреть, кто у нас очень влиятельный, кто у нас в рейтинге, за кого проголосуют. Или того, о чем вот сказала Оля, да, что, в общем-то, очень много женщин есть, не обязательно, что они должны быть какими-то суперстар, на которых можно ориентироваться. Но мне тогда вот хочется понять, а в каких сферах, через что женщины в России могут быть видимыми, значимыми и услышанными? Вот какие у вас соображения на этот счет? Знаете, есть универсальный такой способ, через который большинство стран уже прошли, там, где более или менее они приближаются к гендерному равенству. Пока женщина будет в политике, никакими обходными путями это не обойти. Пока не будет сильного женского движения, ничего изменить невозможно. А мы, извините, надо смотреть на реальную ситуацию. Мы сейчас движемся стремительно, совершенно в другую сторону. А в какую, можно очень хорошо понять. Если посмотришь, какую роль у нас играет православная церковь, как она влияет на политику, хочу сказать, что, вот, например, в комитете Госдумы по семье и детям, где вот как раз Мизулина сидела сейчас на Совете Федерации, среди консультантов были представители Российской православной церкви, и они играли, собственно, ключевую роль во всех этих безумных законопроектах, ну, типа, как надо обязательно... чтобы жить вместе, брак должен быть зарегистрирован, что надо платить за развод, что надо вообще запретить все аборты, ну и так далее. Весь этот букет замечательных наших законов. И смотрите, вот, во-первых, вот этот консервативный поворот и отказ от всех достижений, которые были, хоть и не очень большие, но они были, после начала 90-х годов, он привел к такому институциональному кризису. Я попробую объяснить, наверное, это не очень понятно. Да, это что это означает? Что у нас в стране нет ни одного государственного органа и ни одного закона, который бы был связан, помимо 19-й статьи Конституции, который бы был связан с реализацией прав женщин, с равноправием, защитой их от дискриминации, защитой их от насилия и так далее. При том, что, например, у наших соседей и у наших бывших братских народов, как принято было в советское время говорить, во всех этих странах такие институты есть. И законы о домашнем насилии, и законы о государственных гарантиях гендерного равенства, есть уполномоченные по правам женщин, есть ответственность за права женщин на предприятиях и так далее. А у нас женщина остается одна, вот та, которая вот в этих группах взаимопомощи, которые говорят на одном языке. А когда она приходит на работу, ей говорят, а сейчас это очень часто бывает, пиши заявление с открытой датой, и как только она забеременела, ее тут же вытянули, она не знает, куда идти. Она не знает, куда идти, если ее муж бьет, например. Потому что у нас вот один из наших центров, очень известных, Марины Муховой сестры, признали иностранным агентом и закрыли. Теперь с ними ни милиция, ни больницы общаться не хотят. Ну и вообще, я, наверное, здесь поставлю точку, просто описывая, какая среда. И среда в государстве, и среда в обществе.
Из 85 организаций, признанных иностранными агентами, треть – это женские организации, включая, например, центры гендерных исследований. Ну, скажите, пожалуйста, кому гендерные исследования помешали? Нет, это у нас считается политикой. А если это считается политикой, позиция государства понятна. Бабы, рожайте детей побольше, у нас же война идет. Женя, Оля. Я хочу сказать, что вот даже в заявленном анонсе вот, фильма «Сьюзен Зонтак» как раз третий вопрос, вот, какова роль, как воспринимается женщина, да, в культуре, в искусстве, в науке. Я обратила внимание на саму постановку вот этого вопроса, потому что здесь женщина, опять же, воспринимается, она не объект, она кем-то, да, там, рассматривается со стороны. И опять же, вот к вашему, да, вот, к вашей речи, хочу сказать, что вот как раз женщина, она, если же там не воспринимается, то как какая-нибудь там муза, подруга, спутница. И когда женщина как бы заявляется, она начинает говорить про себя, про свой личный опыт, ну это, конечно, какая-то вот, ну, реакция, да, опять же, да, там, со стороны мужчин и сложности с этим. И поэтому как бы в какой-то сфере, да, вот мы говорим там о женщине, женское. Ну да, там женское, например, да, что женское, там женственное, да, или там, поскольку я там придерживаюсь там феминистских взглядов, я феминистка, у меня там есть различия, например, там на женское, на феминистское, то есть это когда, так, почему, ну, вот именно я говорю о женском как о феминистском, там, искусстве или культуре. Когда я размышляю там, о пересечении дискриминаций, когда я говорю о своем опыте. И тут же такой вопрос, например, да, а вот если женщине тяжело найти, да, да, вот в этом гетеронормативном мире там, свое дело, да, и не то, что найти, а просто как бы сказать слово, то каково, да, женщине, которая там является лесбиянкой, которая является бисексуалкой или там трансгендерной женщиной, там женщиной с инвалидностью, там, да. И вот, да, там, то есть получается, для них этого поля вообще, ну, не существует, потому что это такие усилия, это там, чтобы себя принять, это чтобы там выйти из дома, да, здесь ну, какие-то, получается, совсем ограничения. Вот. Да, я хотела продолжить, если можно, да, вот по поводу женщины. То есть для меня само слово «женщина», оно тоже, все проблемы, про которые вы говорили, то есть для меня тоже очень важно, да, как воспринимается, как объективируется, почему это мы все время говорим о восприятии и так далее. Но при этом слово «женщина», оно имеет насилие тоже не только по отношению, как бы, к ней, да, а тоже по отношению вовне. То есть, грубо говоря, используя слово «женщина» как некоторое универсальное понятие, то есть у нас вот есть мужчины и женщины, то есть это, ну, автоматически подразумевает трансфобию. То есть если мы говорим, что есть просто это две части, да, у нас половина населения, конечно, Сьюзен Зонтак тоже это подразумевала. Да, если мы родились женщиной, то мы женщиной и останемся, да, мы и умрем и так далее. Но как бы Сьюзен Зонтак в 60-е годы я как-то, ну, я не знаю, от своей собственной симпатии к ней, несмотря ни на что, готова просить, а от себе я это сегодня уже прощать не хочу. Это как бы одна сторона понятия женщины, как универсальное понятие. То есть у нас есть вот мужчина и женщина, да? Это исключение тех людей, которые себя не подразумевают или подразумевают в каком-то определенном смысле, да? Так, это одна часть. А вторая часть, которая тоже мне очень важна, это можно говорить про пресечение дискриминации, а можно говорить просто про то, что говоря, что женщина в России угнетается как женщина, мы не видим, что одна женщина угнетает другую. Да,
В большой политике очень мало женщин, но в практике, в повседневности, которая меня интересует, наверное, даже больше, потому что там очень много насилия, которое воспроизводится, и над которым как бы люди живут, оно воспроизводится со стороны женщины по отношению к женщине. Это специфический, в том числе и феминистский расизм, да? Воспроизводство колониальных представлений по отношению к нерусским женщинам, да? Например, чеченская женщина, вот это, ну, то, о чем я могу сказать, да, это представление о чеченской женщине как нечто за границами вот этой универсальной женщины, да? Восприятие там рабочих женщин, да, которые работают и не являются там, не знаю, средним классом, а смотрят Пугачёва, слушают Пугачёва или сейчас каких-то других певцов и певиц. И как бы угнетение уже идет там со стороны менеджера, например, или со стороны женщины, или со стороны хозяйки по отношению к домработнице и так далее. Что я хочу сказать, что угнетение классовое, российское, националистическое, гомофобное и так далее, оно происходит внутри универсального понятия женщины. Поэтому для меня всегда очень важно отказываться от этого, в первую очередь для того, чтобы не для того, чтобы это вот Алис Шварц сказала бы мне сейчас, что это отказ от женской солидарности. Я от нее не хочу отказываться. Я вообще не хочу отказываться от любой солидарности, неважно, женской или мужской, или классовой, или еще какой-то. Но я хочу, чтобы феминистки и осознавали, что женщина — это не обязательно женщина. Да? Спасибо. Вот смотрите тоже, у нас еще появилось еще новое измерение, которое, мне кажется, тоже важно проговорить. Вот есть идея, что, ее тоже высказала Галина, что, значит, вот пока не будет в политике, как бы, женщин, разделяющих какие-то эгалитарные феминистские взгляды, ничего не поменяется. У меня есть ощущение, что скорее наоборот. Пока внизу, на grassroots, что-то такое не созреет и не будут появляться какие-то более такие активные солидарности, заявляющие о феминистских позициях, просвещающие население, ничего не поменяется, и на политику это не просочится. Вот можете как-то на это ответить? Можно я начну? Просто я забыла, да, я хотела тоже как раз об этом сказать. Я думаю, что она есть. Во-первых, вот в практике. Ну вот солидарность, про которую вы говорили, или что вот что в России, вы тоже сказали, что в России вот нету какой-то активности, да, вот нет. Есть, ну как, ну вот я не знаю, я просто говорю, я общаюсь с людьми, о которых вы говорите, да, у которых нет образования там или еще что-нибудь, у которых довольно такие вкусы, я не знаю. И, конечно, есть солидарность. Во-первых, есть даже закрытые женские сообщества, в которых на рынке вот люди работают. У них есть как бы форма взаимопомощи друг другу и как раз женской взаимопомощи, да, которые пытаются справиться с тем сексизмом, который происходит, например, на рынке. Потом сейчас вот протесты, которые были, да, у нас было очень много сексизма, который воспроизводится там, в оппозиционной структуре, в протестном движении, даже в ЛГБТ-сообществе, но при этом всегда есть формы как бы сопротивления, это первое, ну как бы взаимопомощи, да, мы объединяемся, нам приятнее, я вот пытаюсь там создать какие-то формы абсолютно не институционные, которые не пойдут никогда в политику, а просто на повседневном уровне. Это первое. Второе. Женщины и женщины, которые в ЛГБТ-сообществе, и женщины, которые занимаются искусством, и женщины, которые поют, они создают что-то. То есть комиксы, есть работы, есть рассказы подругам и так далее. И вот на этом уровне просто я считаю, что почему я так говорю, есть я не знаю, тоже сейчас, может быть, скажу что-то неприличное. Такая группа, как Тату, которая в 90-х годах вот для меня была очень важная группа, да, вот, и которая
целовались на сцене, и я думала, о, круто, да, вот я даже не знаю, как это слово называется, я не знала, как слово называется, но вот они делают что-то тоже, что мне тоже приятно. И мне просто кажется, что вот нужно отходить от вот этих вот понятий, что нам нужно сейчас выбрать политику, туда послать женщин, которые бы наши интересы, значит, представляли. Во-первых, я не верю, что женщина в политике будет представлять мои интересы или интересы вот этих вот женщин, которые работают на рынке или работают сексуальными работницами, или они работают продавщицами по 12 часов в сутки и так далее. Я вот я не верю в это просто. Да, ну вот просто опыт так показывает, что те женщины, которые приходят потом в политику, они представляют свой класс, свои интересы, свои сексуальные тоже представления о своей сексуальной идентичности и так далее. И поэтому, мне кажется, борьба, она должна быть идти со стороны тех людей, которые, значит, подавляются, и она идет, мне так кажется. Ну, у нас, знаете, такие странные споры, как разница между кислым и квадратным. Вот так примерно получается. И то, и другое нужно. На самом деле в любом обществе вот эта солидарность на самом низовом уровне, она, конечно, существует. Даже в самых жестких диктатурах она существовала. Посмотрите, скажем, музей истории ГУЛАГа. Как женщины существовали вместе в лагере, как они друг другу помогали. Это первое. Второе. Вот, к сожалению, пока мы шебуршимся в таких мелких сообществах, власть на нас катится катком. И не удивляйтесь, когда следующий созыв Государственной Думы запретит аборты, введет налог на бездетность, а у них лежат такие законопроекты, и заставит вас всех в платочках ходить, понимаете? Мы же движемся на самом деле к аналогу исламского государства, только православного. А мы пока вот друг другу соседями помогаем, беседуем. Нужно и то, и другое, Ира, и то, и другое. Просто одно с другим связано. У нас же общество атомизировано, мы же живем в обществе, которое до сих пор страдает от последствий диктатуры, от последствий сталинизма. У нас же это в голове сидит, что все должно быть иерархично организовано. И не дай бог, кто там выйдет на улицу с тремя плакатами, может и уголовку получить. Понимаете? Это первое. Ну и второе, к сожалению, это захватывает все сферы нашей жизни. Почему? Потому что если у вас в детском саду детям дают, девочкам дают куклы, а мальчикам дают автоматы, ну все, так оно и пошло. Дальше в школе, как мы учим в букваре, мама мыла раму, папа инженер. И вот эти гендерные стереотипы, они бесконечно воспроизводятся. Вот поверьте, я работаю со студентами очень много. Я вижу своих продвинутых студентов в РГГУ, стереотипы, типичное поведение мальчики и девочки. И открытые, когда начинаются открытые дискуссии, видно, что у мальчика в голове совершенно такие сексистские представления. Они изначально считают, что девочки им не ровня. Да? Вот есть мальчики, они должны заниматься всем, а девочкам нечего этим заниматься. Ну и я не знаю, почему у вас создалось представление, что я как-то плохо отношусь к рабочим, или что я не люблю Аллу Пугачеву, ничего подобного. А у нас, кстати, был довольно большой проект четырехлетний по защите социально-трудовых прав женщин. И к нам на семинары приходили очень разные женщины, в том числе и те, которые радиаторы складируют. Но у них тоже представление, понимаете, у нас у подавляющего большинства женщин, я все время хочу об этом сказать, мы очень узкий круг, а у подавляющего большинства в голове что? Ну и женщины так думают, от этого же надо отказать. А уж куда им там до пяти тополов? Они про это не слышали никогда. Ну вот я просто с вами не очень согласна про шебуршим, потому что я считаю, что это очень важная работа, которая призовая, активистская работа. Ну просто, да, там, конечно, как бы, ну вот женщина, откуда, например, некоторые будут брать информацию, если, да, там, мне скажут, что женщина, которая ей владеет, и также, ну, там, очень низкое движение в России, это же не сразу, там, да, там, какой-то трендовость, там, 2014 года, там, феминизм в СМИ, да, там, столько, там, незрелых, там,
там, журнал «Афиша» написал. Это же тоже когда-то было какое-то ограниченное там, количество женщин, там супер росло. Вот. Ну, я просто вот именно про само название «Шебушание». Мне кажется, это очень важный труд, простой незамерный. Нет, на самом деле я хочу последний раунд, а потом все-таки, чтобы, может быть, у нас была дискуссия и какие-то комментарии из зала. А все-таки про возможности. Мы можем бесконечно говорить про проблемы, про подходы, но все-таки про возможности. Где эти возможности для женщин? Хоть даже мы их не очень хотим все-таки категоризировать, что они есть женщины, но пока трудно от этого как-то вообще уйти, чтобы что-то прогрессировало. Есть, во-первых, профессиональные возможности, потому что если ты достаточно энергичная, у тебя есть профессиональное качество и воля. Если ты уйдешь от этих стереотипов, ты продвинешься. А некоторые даже и со стереотипами продвигаются, потому что мы об этом не сказали, но у нас-то используются так называемые женские стратегии для продвижения. То есть ты находишь себе патрона, или ты находишь себе мужа, или ты находишь себе какую-то группу, которая тебя продвигает. Но это не то, о чем я хотела сказать. Я хотела сказать совершенно о другом. Вот я приведу два примера. Вчера ко мне приходили две интересные молодые женщины, и мы с ними договорились дружить и сотрудничать. Одна молодая мама, она еще не вышла из декрета. Чем она занимается? Она создает сети взаимопомощи у себя в районе. Она живет в Сокольниках. Ну, например, называется «Няня». То есть кто может посидеть с твоим ребенком и соседей, когда ты куда-то уходишь, там, в поликлинику, в магазин или куда-то, или учиться, или работу ищешь. И вот у нее несколько таких сообществ, и они достаточно эффективно функционируют. Ну а вторая ведет бесплатные консультации для женщин, у которых проблемы именно в трудовой сфере. И такие группы, они сидят в сетях, вы совершенно правильно сказали, в этом я абсолютно с вами согласна. Проблема в том, что они разрознены. И здесь у нас, в первую очередь, я вижу эту задачу, как лично свою задачу, понимаете? То есть те женщины, у которых больше возможностей, должны помогать другим женщинам, у которых таких возможностей меньше. Вот это первое направление. Второе направление, где мы не дорабатываем, это, конечно, просвещение. Мы на самом деле, хотя мы и стараемся, вот Ира много для этого делает, я пытаюсь как-то что-то для этого делать, еще многие мои коллеги, все равно этого очень мало. Посмотрите, что бы могло переломить ситуацию? Ну, например, журнал для женщин не гламурный, у нас такого нет. Передача о женщинах и для женщин, где показывается, как можно выстроить карьеру, как можно достичь успеха в различных сферах, как можно помогать другим, как можно совмещать материнство и профессиональный рост. Или как можно жить вообще альтернативно, совсем по-другому. У нас нет этого ничего. Понимаете, это мы должны все время где-то в интернете выискивать или читать какие-то западные источники, потому что... Ну, скажем, то, что мы видим на экранах телевизора, вот они время от времени приглашают, передача об абортах, где безумствует Интеру, и вот в меня он, например, кидался резиновым младенцем и давал мне нож и кричал «режь, режь». Ну вот, я... Или, например, передача, где обсуждается, а вообще допустимо ли насилие, куда приходит жена Бойко Великого и рассказывает, что вот ее муж любит, и поэтому бьет, и она это позволяет. Вот такое у нас по телевизору показывают. Но вообще говоря, главная, конечно, задача – это взаимодействие, солидарность и солидарные действия. В том числе действия, между прочим, вот, чего очень сильно не хватает, у нас очень мало уличных акций, потому что власть у нас реагирует только на уличные акции. А посмотрите, вот на митинги 8 марта, которые организуются, сколько народу приходит? Ну да, человек 300 от силы, но даже не 3000. Это очень мало. Еще какие-то соображения есть по этому поводу? Про возможности, да, мы говорили. Ну, я как бы, несмотря на то, что я тоже себя считаю активисткой и политически активным человеком, все-таки здесь я была представлена как типа
исследовательница, но вот но мне бы сначала понять, какие действительно разные люди понимают себя под понятием женщина, да, какие действительно разные потребности есть, какие действительно разные сопротивления по отношению, например, ну вот я сейчас просто не очень много могу говорить, потому что еще не проанализировала, но я вот каждый второй день на торфянке вот провожу и ночью дежурю. И там, ну, знаете, ситуацию на торфянке, да, там тоже довольно сумасшедшие вот друзья Intel, которые там собрались и хотят, да, которые хотят там построить храм, хотели, вот сейчас большая победа. И вот там вот дежурство проходит, да, там довольно много местных жителей, которые приходят и по-разному по отношению к этому представлению в виде 40-40, батюшки, там Олега, там тоже совершенно странного персонажа, РПЦ и так далее, да, и они по-разному к этому относятся. Кто защищает свои любимые деревья, кто защищает просто парки в городе Москве, кто защищается от насилия со стороны РПЦ. А есть четыре женщины, которые приходят туда, потому что РПЦ запрещает аборты. Вот. И они используют это как площадку для обсуждения, что действительно, да, что действительно там за червяк или там без сознания, да, которого мы вырезаем. Это имеется знание, не имеет, то есть сомнения какие-то у человека по поводу аборта, потому что информацию через телевизор, так, через РПЦ не получают, да? Вот. А потом другие женщины, которые уже более такие, там это, как говорится, прошаренные, что-то рассказывают, да? А потом третья женщина приходит специально в то же самое дежурство, чтобы рассказать о своем опыте аборта и так далее. И про возможности, вот у меня, да, я могу примерно такую же вот зарисовку рассказать о рынках, да, в Москве, где работают женщины, которые еще и русифицированы, которые боятся постоянно российского насилия и так далее. О чем я хочу сказать? О том, что мне сначала, чтобы говорить о возможностях, понять бы, и действительно, что происходит, действительно, с каким насилием люди сталкиваются, какие они стратегии для самих себя подразумевает. Но я исследовательница, я в итоге, наверное, напишу книжку больше. У меня инструментов особенно нет. Для политика, мне кажется, все равно должно быть примерно такой же алгоритм. Сначала понять бы, какие особенные потребности и насилие существует, а потом действовать. Спасибо. Ну, у нас Женя, да, вы еще что-то добавили? Я хотела просто сказать, что я согласна про солидарность. Вот. Только еще я бы акцентировала все-таки вопрос в том, что внутри, например, да, там, мы будем говорить феминистское сообщество, да, или это, ну, те, кто там борется за права женщин. А ведь тоже есть дискриминация по признаку сексуальной ориентации, например, по гендерному признаку. Вот. И мне кажется, как бы решать надо еще вот эту проблему как бы внутри среды, да, для тех людей, которые подвергаются исключению по разным причинам. Вот. И работать еще над этим. И в случае этого, ну, да, если такая работа идти, вот здесь уже может быть речь идти о солидарности. И для меня, как, например, выход именно женщин, да, как бы, ну, мир, где они могут говорить или там, скажут слово, для меня это выход это самоорганизация женщин, группы, так, сообщества, там, сепарированные сообщества женщин. Тех, кто считает себя женщиной. Ну, вот в этом как бы я в том числе вижу, ну, какой-то выход из сложившейся ситуации. Спасибо. Ну, у нас осталось даже чуть меньше 15 минут. Есть ли у кого-то комментарии или вопросы? Да, пожалуйста. Вот, можно сначала вот здесь была рука, а потом...
Лена. Здравствуйте. Галина, я сначала к вам хотела обратиться. Вот ваши слова в самом начале про то, что вы не знаете ролевых моделей, ну, вы не знаете, не знают ваши студенты, что так круто, что у штатов была Сьюзен Зонтак, у нас нет никого. Я ни в коем случае не хочу отменять, но знаете, то, что вы как бы не знаете, это говорит о вашем нелюбопытстве, а не о том, что их нет. И я вот просто навскидку пока сидела, там вспомнила Надежду Толоконникову, Викторию Ломаско, Галину Тимченко, да, это женщины, которые состояли в своей профессии, являются звездами. У нас последние 2 года просто расцвет женского кино, ну, не знаю, там Наталья Мещанинова, Оксана Бычкова, Нигина Сайфулаева. И их выучила режиссер-женщина Марина Разбежкина. И это, по-моему, такие какие-то очевидные вещи, которые происходят. И очень жалко, что мы, женщины, не интересуемся этим. Или обесцениваем наших женщин, да, в пользу других женщин, про которых сняли фильмы, а про этих еще не сняли. И вообще тема дискуссии, если я правильно помню, она была заявлена как я не помню точно. Ну, что-то вроде про сложности, как добиться там женщин успеха там, в профессии, в такой, ну, во всем этом. Конечно, эти сложности существуют, и как бы я про себя могу сказать, что не у меня существуют, и у всех существуют в любой профессии. И стеклянный потолок, он есть, и, к сожалению, воля и, там, я не знаю, профессионализм не всегда позволяет его пробить, и он иногда позволяет его отодвинуть, но не пробить. И я могу сказать, чем я пользуюсь лично, ну, условно говоря, моя ежедневная феминистская практика. Не я ее изобрела, она обсуждалась в фэм-сообществах, но она, мне кажется, очень простой, эффективной, которую можно как бы применять каждый день, совершенно не перестраивая свою жизнь. Эта практика называется «Выбери женщину». У нас у каждого есть какие-то деньги в кармане, мы каждый день выбираем какие-то услуги, мы ищем себе врача, мы ищем себе адвоката, мы решаем делать ремонт в квартире, мы заказываем такси, да, чтобы добраться с точки в точку, мы покупаем у кого-то продукты. На рынке труда есть и мужчины, и женщины, да, и профессионалов среди женщин, конечно, не меньше. Просто если вы заинтересованы в том, что у женщин и у вас в том числе было больше денег, было больше власти, вы были больше представлены, постарайтесь каждый раз, когда вы выбираете стоматолога или парикмахера, выбирать женщину. Это реально работает. И на самом деле, мне кажется, что очень круто еще вот проекты, которые были реализованы там последние годы, в том числе и феминистский карандаш, когда художницы объединились и создали такое живое, развивающееся сообщество художниц, которые могут, оказалось, что они могут поддерживать друг друга, и для этого не обязательно толпиться вокруг мужчин-кураторов. Вот. Это очень круто, и я хотела сказать, что на самом деле все не так мрачно. Конечно, каток катится, но и под катком что-то вырастает. Спасибо. Давайте соберем, да, вот еще 2, например, вопроса или комментарии, потом уже все выступающие смогут отреагировать. Еще пару слов. Чья была еще рука вторая? Да, я просто хотела сказать пару слов. Человек, который сейчас выступал, это журналист мирового масштаба, не серьезно, с мировыми премиями. То есть это человек, девушка, которая в молодые годы добилась очень многого. Да, микрофон. Спасибо большое. Я, к сожалению, не журналист, я всего лишь студент РГУ. И вы знаете, Галина, вы сказали, что вы тоже преподаете, да, то есть вы тоже имеете отношение к нашему замечательному университету. И вот вы говорили очень много всего про положение женщин, про их низкую самооценку и что-то вроде. Знаете, в моей группе 12 девчонок и 4 пацана. У нас в группе чистейший матриархат. Все то, о чем вы сейчас говорите, в реальности, я не знаю, как это сказать, вы в самом начале заявили, что у нас нет героев-женщин. Скажите, как вы могли такое заявить, живя в стране, подарившей миру Ахматову, подарившей миру Цветаеву,
подаривший миру надежду Мандельштам. Терешкову. Терешкову. Евгений Павличенко, понимаете? Во время Второй мировой войны 60% советских снайперов были женщины. Евгений Павличенко, да? Героиня Великой войны. Настрелявшая более 300 фрицев. Кстати, очень известный персонаж. Самое-самое-самое горькое в нашем этом собрании, да? Это не то, что мы сидим здесь маленькой кучкой и не вступаем на улицу. Самое горькое в том, что мы из очень сложного, очень умного человека, из великого американского писателя делаем черти что. Фильм был посвящен не ее книгам, не ее уму. Фильм был посвящен ее личной жизни. Фильм был посвящен в большей степени ее ошибкам. Скажу честно, когда я смотрел этот фильм, мне было ее жаль. Честно, мне было ее жаль. А когда мы стали обсуждать этот фильм, мне стало попросту страшно. Спасибо. Спасибо. Еще есть время на один комментарий или вопрос. Здравствуйте, я хотел сказать, что в моей группе 14 девочек и один мальчик, тоже РГГУ, но в принципе не так уж важно, потому что в моей группе героев нет. Я могу сказать, как ну, вы уже обсуждали, что феминизм нужно, во-первых, не то чтобы лечить, точнее не феминизм, а ну, как попытки не стать феминисткой, нужно лечить именно в голове, в сознании женщин, потому что ну, я не, ну, как бы нередко слышал такую фразу, что каковы феминистки в России? Они выходят на улицу, они говорят свое слово, они борются за свои права, возвращаются домой, укладывают сына спать, готовят мужу ужин, стирают вещи, потом сами ложатся после этого спать. То есть какой-то там прослеживается лицемерие. Во-вторых, как говорили уже, что у нас в России нет никаких, так сказать, механизмов, поддерживающих феминизм женщин. Или тех же самых женщин, которых, например, которые подвергаются насилию домашнему. Потому что, на мой взгляд, в той же самой Европе, даже если не в Европе, а в США, то у них это все зарождалось постепенно и потихоньку. У нас же в стране во время Второй мировой войны на заводах работали все, вне зависимости от гендерной принадлежности. Вот, в-третьих, хотел сказать о том, что женщин в политике могут защищать не только женщины. То есть нам не нужно, не обязательно нужно, может быть, это очень будет значимо, но не обязательно видеть на экране телевизора женщину, которая будет отстаивать свои права. Мне кажется, гораздо эффектнее, во-первых, будет выглядеть мужчина, который защищает женские права. Ну а во-вторых, что в этом тоже нет смысла разделять по гендерной принадлежности, кто будет это делать. А, в-четвертых, как тут не крути... Очень короче, потому что да, у нас 5 минут, пару, я хотела бы дать еще возможность ответить. Вот, и я, ну, собственно, и хотел на этом закончить, то, что женщина никуда не денется. Женщина – это женский организм. Проблема вся в том, что, как сказала, как прозвучало в принципе в фильме, что не нужно вешать марки, маркеры. Я думаю, ваша не нужно... позиция понятна. А? Я думаю, ваша позиция понятна. Да, что? Да, спасибо, мы вас услышали. Вот буквально по 2 минуты, больше времени нет. Хорошо. Спасибо, очень интересные у вас были замечания, но я поняла, что вы услышали не то, что я хотела сказать, или я не так сказала. Я не говорила, что нет таких женщин. И просто о них не пишут, о них не говорят. Вот смотрите, вы, наверное, в сфере кино работаете, журналистка, вы сказали о них в своей среде. Назовите мне, пожалуйста, женщин-архитекторов. А вот вы сразу задумаетесь, да? Или женщин-инженеров, а они есть. Так, теперь вот молодому человеку я отвечу. По статистике ООН, если в органах власти меньше 20% женщин не защищаются права детей, если меньше 30% женщин не защищаются права женщин, это мировая практика, ничего тут не сделаешь. Никакие мужчины никогда никаких
прав женщин защищать не будут, потому что закон о государственной гарантии гендерного равенства лежит в Думе с 95 года. Его ставили на голосование несчетное количество раз. Думаете, хоть раз за него проголосовали? Нет. Почему? Потому что 14% женщин в Думе. Обязательно нужны женщины-политики. Что касается ролей и что касается представлений о жизни, они должны быть более разнообразными. Вот я сейчас с другой стороны зайду. Мне кажется, хотя я этим занимаюсь всем уже довольно давно, с 98 года, и там многие стадии были пройдены, и с новыми феминистскими группами есть контакты, и женщины, и мужчины должны выбирать сами. Им не нужно навязывать роли. Если мужчина желает сидеть дома и заниматься домашним хозяйством, ради Бога. Если этого хочет сделать женщина, ради Бога. Но что мне нравится, когда те люди, которые живут в союзе, сами выбирают такие роли, договариваются и проявляют солидарность. Пока этого не будет, пока эти роли будут навязываться сверху, ничего хорошего у нас получаться не будет. Ну, теперь вот молодому человеку, я заканчиваю, да. Вы знаете, к сожалению, у нас вуз гуманитарный. Если бы вы учились в Бауманке, соотношение, наверное, было бы совершенно обратное. А то, что проблема есть, вы когда постарше станете, вы увидите, когда сами с этим столкнетесь. Ну, я тоже отвечу вам сначала. Ну или, может быть, сначала вам. Можно? Не надо меня лечить. Вот это, я просто... Давайте полечим феминизм. Давайте вот сейчас встанет цис-мужик вот у нас посреди зала и начнет, и скажет нам, как нам надо лечить феминизм. Вот спасибо, не надо. У нас очень много проблем в феминистском движении и в России, и в Германии, например, где я тоже довольно активно участвую. Очень много проблем. Так вот, спасибо за лечение. Вот. И это первое. Второе, тоже довольно провокативно отвечу вам. Понимаете, да, я тоже считаю, что, ну, или я с вами не всегда была согласна, но при этом, да, у вас в группе, значит, сколько вы сказали, 14 парней и 14 девчонок, 4 парня, да? Это у вас там третий курс, да, предположим? Второй. Хорошо. Потом я просто даже по своему опыту. Я живу в, как кто-то назвал, да, цивилизованном мире, не США, но Европа. И там все вроде довольно хорошо с гендерным равенством и так далее. У нас вот есть Алиса, замечательный человек. Да. И вот, у нас тоже было 14 человек в моей маленькой группе, девчонок, 2 парня. Потом я закончила университет. Закончили университет из девчонок 10, из парней эти 2. Потом я стала сотрудницей университета. Очень плохо оплачиваемая, да, мне платили довольно мало денег. У меня была десятая часть ставки. Ну, такие у нас бывают ситуации, да? Десятая часть ставки. А у этих 2 парней была половина ставки. Ну, так случайно получилось. Потом, дальше я пока еще не прошла, но дальше защищаю диссертацию в нашей специальности, где 2 парня на 14 человек. Защищаю диссертацию 50 на 50, да? А уже после диссертации получает место постдока, так называемого, да? Там 2 девчонки на... не знаю, на год, на все сообщество культурологов Германии. Да? Ну, так вот. Так вот и живем. А ну, а профессорками становится там одна за несколько лет. Вот так. Нет, я не разрешу. И, я уже ничего не разрешу. Последнее предложение и Женя. Да, все, я уже сказала предложение. Я хочу сказать Елене большое спасибо за комментарии. Вот, что вы... Опять же, да, ну вот озвучили вашу практику с организацией, да, это женщинами. Вот, и, наверное, когда я, да, завершу нашу дискуссию, я скажу всем спасибо. И вот, наверное, Галине, Оле, Юлия.
Спасибо большое. Перед тем, как мы сейчас всех похлопаем и отпустим, просто у меня есть очень короткое объявление, и у Галины есть короткое объявление. Мое объявление заключается в том, что сегодня мои коллеги из женских организаций Чечни сообщили мне, что там похитили правозащитницу, которая занимается правами женщин. Вы можете найти эту новость в российских СМИ, сейчас ее уже опубликовали. Если у вас есть возможность, пожалуйста, распространите, пожалуйста, эту информацию. Нам сейчас это очень и очень важно. Вот. Спасибо. Можно начать уже с подписи, например, собирать. Это довольно Таисия Таисия Юнусова. Так, и у меня тоже три коротких объявления. Два объявления с нашей темой, которую мы обсуждали, связаны. 14 числа у нас открывает очередной сезон «Гендерная школа». Будет трансляция в интернете, начало в 7 часов. Приходите, буду выступать я и Наташа Битта. Наверное, здесь многие все узнают за «Феминизм РУС», который мы вместе делаем премию «Сексист года». Еще одно мероприятие такого же плана будет 27 числа в исторической библиотеке. Там открылась очень интересная выставка «Роль женщины от НЭПа до наших дней». И там будет выставка и открытое выступление, открытая лекция. И не по теме, вот как раз вы меня с Торфянкой не напомнили. Очень часто активизмы пересекаются. И феминистки одновременно бывают защитницами окружающей среды. 21 числа в 4 часа у нас в офисе на 4 этаже мастер-класс «Как защищать парки Москвы». Кто этим занимается, приходите. Все объявления будут на Фейсбуке. Вход у нас свободный. Ну, паспорт только надо с собой иметь или водительское удостоверение. Спасибо вам большое за очень интересную дискуссию. Спасибо вам. Спасибо вам, девушки, за интересную дискуссию. Спасибо вам, что пришли и остались на дискуссию, участвовали в ней. Я еще раз хочу напомнить от бок о бока, что у нас следующее событие нашего кинофестиваля — это большой кинофестиваль в Питере, который пройдет с 19 по 28 ноября. Так что, если у кого есть возможность, там, на пару дней приезжайте. Очень интересно будет, там много новых фильмов будет, мы уже готовим программу, действительно будет интересно. Вот. И еще раз напоминаю, что есть брошюры, их можно брать бесплатно, есть сувениры, покупайте. Вот. И спасибо вам большое, увидимся еще раз. И еще ваши обратную связь, если возможно, тоже оставляйте ваши комментарии на сайте на нашем, в группе ВКонтакте тоже, будем очень рады. Спасибо.